Здравствуйте. После распознавания отсканированной книги в Abby Fine Reader в кириллическом тексте есть вкрапление латинских символов. Выявить их вручную невозможно, соответственно, нужно искать регуляркой. Есть ли способ их выделить, например, цветом? Вот. Их как бы не тысячи, их там десятки в каждом документе, поэтому, наверное, их можно заменить. В общем, первый вопрос, можно ли сделать отдельную функцию выделения вот таких вот именно вкраплений, раз, и можно ли придумать какую-нибудь автоматическую функцию замены и латиницы на кириллицу вот именно в таких отдельных вставочках. Потому что в этом документе, в теории могут быть латинские слова, но не как часть слов на кириллице, а именно как отдельные слова. Вот. Вот. То есть, как бы, можем ли мы выделить вкрапление латиницы в русском тексте? И можем ли мы автоматически, например, их попытаться исправить? Спасибо.